Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня смотрим расклад на три позиции. Какие новые возможности готовы войти в вашу жизнь? Я думаю, сделаем коротенький такой расклад. Вот, посмотрим. Какие новые возможности готовы войти? Смотреть будем на классике Райдера. Если вы готовы, мы приступим. Позиция номер один, голубенький камешек. Какие новые возможности готовы войти в вашу жизнь, единички? Колесо фортуны. Смотрите, удача. Какие новые возможности? Удача. Ваше колесо будет крутиться. Если сейчас в вашей жизни не все так, как вы хотели бы, то однозначно грядут перемены. Если наоборот в вашей жизни сейчас все удовлетворительно, то готовы будут перемены, которые, возможно, принесут вам некий такой дискомфорт, да, так как по колесу фортуны ничего не бывает стабильно, все циклично, все меняется, все достаточно подвижно. С другой стороны, какие возможности может принести еще колесо фортуны? Ну, финансовые возможности, это однозначно. Давайте уточним. Еще один аркан великий, да, трансформации. Здесь, скорее всего, в лучшую сторону закрутится колесо фортуны, потому что аркан смерти у нас говорит о том, что мы отпускаем то, что уже отжило, да, то, что нам не нужно, вот, то, что нужно оставить позади. Что же вам нужно оставить позади? Король кубков. Интересный момент. Смотрите, это может быть как человек действительно в вашей жизни, да, то есть перемены какие-то, которые вас ожидают с королем кубков. Либо это может касаться вашего эмоционального фона, каких-то ваших переживаний. Насчет чего? Ну, насчет семерки пентаклей, наверное, по поводу каких-то результатов, которые долгое время ждали, и вы их как-то не могли получить, либо вкладывались в большей степени, чем получали какую-то отдачу. Поэтому, чего конкретно это касается, я не знаю, вы сами можете посмотреть. И к какому результату вы придете? Пятерки жезлов, ну, просто легко не будет, да, здесь еще хочется сказать, вам нужно будет побороться, и придется двинуться дальше, да, то есть от чего-то уйти, пойти в какие-то страхи, то, что страшно, вот, и выпадает у нас туз кубков. Теперь смотрите, здесь, если это касается личной жизни, да, то, возможно, вы... долгое время, здесь такое ощущение, что вы долгое время ожидали каких-то результатов в своей любовной сфере, да, но вы их не получали. И где-то ощущение того, что боролись за то, как вам дальше быть. Боролись внутри себя, с самим собой, своими какими-то убеждениями и установками. И в конечном итоге приняли решение двинуться дальше, насколько страшно вам бы не было. Это может быть пойти в новые, к новым отношениям, да, либо поиску новой любви, либо вообще к тому, что вас будет наполнять. Но здесь однозначно вы пойдете преодолевать тот страх, ту тревожность, которая у вас есть. Но почему-то вы тревожитесь за что-то такое позитивное. Может быть здесь, ну, позитивно, что я имею в виду, да, например, человек переживает и тревожится по поводу того, что я, с одной стороны, и хочу любви, да, чувств, каких-то эмоций, наполнения, наслаждения, удовольствия, а с другой стороны, вы как будто бы этого избегаете, потому что вам придется лишиться своей какой-то, ну, где-то пойти на уступки, да, вот своей какой-то индивидуальности. Либо здесь действительно страх прожить эмоции. Помните, в прошлом раскладе я говорила о том, что проживание чувств по полной, это вас очень сильно пугает. Но здесь какие-то переживания будут, связанные с эмоциями. Вы как будто бы, знаете, с одной стороны, примете решение, что да, я готов, хорошо, я попробую, я погружусь в эти, в этот эмоциональный весь фонтан,
а с другой стороны, все равно как будто бы как-то побаиваетесь, но вы преодолеваете себя и вы идете. Это может касаться чего угодно. Это касается однозначно того, где, во что вы раньше вкладывались, но не получаете результата. То есть если это профессиональная сфера, да, то как-то вы не получали там результата. Работали, работали, а результат как такового не видели. И здесь вот это вот ваше движение направленное, да, то есть либо дальше вы идете, либо вы продолжаете, но здесь вот какое-то вот обновление, да, как-то по-другому здесь все идет. Хорошо, что еще? Давайте посмотрим. Какие возможности еще готовы войти в вашу жизнь? Ну вот Луна, восьмерка мечей и король мечей. Знаете, здесь вот ощущение того, что возможности связаны с вашей решительностью. Вот на что вы решитесь, то вы и получите. Потому что здесь очень сильные страхи. Страхи, которые вас сдерживают и не дают вам дальше двигаться. Вот то, на что вы решитесь, то вы и получите. На что вы решитесь? Ну, вы решитесь на шестерку мечей, на то, чтобы пойти в новое, на то, чтобы разрушить что? По пятерке педакли. Какой-то вот свой недостаток, да, нищету. Вот то, что вам не хватало. Если вам не хватало эмоций, еще раз скажу, да, любви, вот каких-то отношений, то вы решитесь пойти на новые. То есть, если старые вас не устраивали, решитесь пойти на новые, да, либо на какое-то обновление. Если не хватало денег, то вы решитесь пойти как-то, вот я не знаю, может быть, на другую работу, может быть, как-то по-другому зарабатывать. То есть здесь однозначно какие-то перемены будут связаны с тем, чтобы что-то изменить в вашей жизни, что долгое время было статично, но оно вас не удовлетворяло. Вот здесь вот как будто бы, ну, пришло время, и вы сами понимаете, что так я уже не хочу, и самостоятельно рушите то, что уже не приносит вам того результата, который вы хотели бы. То есть вы, по сути, рушите свою какую-то стабильность, да? Стабильность, то, где вы были в чем-то, знаете, как-то неуверены, от чего-то вы закрывались. Спрашиваю, от чего, да, здесь выходит у меня дьявол. И что? Потому что боялись как-то вот, что это принесет вам боль, разочарование, да, здесь дьявол, какая-то вот привязанность, какой-то страх прям большой. Чего вы боитесь, я не могу понять, то ли это связано как-то с работой, с профессиональной сферой. Вот вы как-то не решали сделать какой-то выбор. Все, как ни крути, ни верти, карты про одно и то же говорят. Вы не решали сделать какой-то выбор, а теперь время пришло, и вы решитесь. К чему это вас все приведет? Ну, к новому начинанию, такому достаточно хорошему, по пажу педакли. Еще один паш мечей. Да, вы будете как-то вот насторожены, может быть, иногда будете возвращаться к своей какой-то вот апатичности, да, нежелание ничего делать, фантазиям, мечтам, но в конечном итоге все равно придете к королеве жезлов. То есть, знаете, здесь такое ощущение, вот я решился, сделал первый шаг, а потом как будто бы пришла какая-то проверка, и меня снова отбрасывает на два шага назад, но я уже понимаю то, как я устроена, какие сценарии во мне работают, то есть как мое поведение, каково. Я уже по королеве жезлов иду вперед, то есть как-то себя преодолевая, потому что уже ощущение того, что самому надоело быть вот в той позиции, да, вот в этом постоянном болоте. Здесь перемены грядут, связанные с тем, во что вы раньше вкладывались, да, либо наоборот ожидали какого-то, может быть, результата, но вы его не получали. И вот сейчас как будто бы вы... Здесь, смотрите, здесь это не значит, что вы уходите, если это, например, отношения, это не значит, что вы уходите из этих отношений. А здесь как будто бы вы... Здесь у меня, если это отношения, у меня такое вот ощущение, что вы как будто бы сами
боялись погрузиться в более серьезные отношения в плане душевной близости, да, вот как-то вот привязаться к человеку, потому что было страшно вот это прожить. То есть, а как это, если я откроюсь этому человеку, а вдруг потом мне будет больно? То есть вы держали какую-то дистанцию. А здесь в конечном итоге вы как будто бы себе разрешите и скажете, ну, либо пан, либо пропал, то есть я рискну. И потом уже пусть будет, что будет, потому что вот так дальше быть не может. Даже если это не про отношения, а вообще ситуация. Я рискну. А потом уже, ну, все равно хуже, чем уже сейчас, не будет по причине того, что если эта ситуация придет к полному разрушению, ну, значит, так и надо было. А если придет позитивно, ну, значит, это здорово, значит, я так и хочу. То есть вы как-то вот успокоитесь, да, решитесь и успокоитесь. Так, позиция номер два. Красненький камешек. Какие новые возможности готовы войти в вашу жизнь? Смотрим, да? Две карты. Завершение. Какое-то предложение здесь идет. Какое-то предложение, либо какой-то подарок в виде завершения. Завершение чего? Король мечей. Король мечей и паж кубков. Еще одно какое-то предложение. Я не понимаю, вот король мечей, о чем это? У меня единички к двойкам перешли, что ли? Здесь как будто бы, а здесь наоборот, ждали какое-то решение от кого-то. Если в первой позиции люди приняли сами решение, то здесь вы как будто бы от какого-то человека ждете какое-то решение, либо какой-то результат. И здесь будет концов, какая-то ситуация, которая должна завершиться. И вы получите предложение. Как она завершится? Переменами, знаете, достаточно хорошо. Мне кажется, здесь какая-то ситуация в вашу пользу завершится. Да, вы долгое время ждали, когда, я не знаю, может быть, даже это какое-то вот решение суда, например, да, либо, ну, если это развод, да, то подписи поставить. Что-то долгое время здесь ждали. Либо если устраиваетесь на работу, да, вот как-то... Ну, здесь вот, может быть, знаете, как отправили как это, заявку, да, на работу, и вот долгое время вам не давали какого-то ответа. И вот здесь такое ощущение, что ответ придет, и он будет как будто бы позитивный. Не как будто бы, а будет позитивный вот в вашу сторону. То есть какое-то согласие. Здесь какие-то перемены должны произойти. Позитивные, позитивные перемены. Связанный с выбором. И это идет давно, это идет из прошлого, это вот не сейчас. Как-то, знаете, вот не продвигалось. Может быть, как-то вот, ну, задержки были, как-то хитрили, обманывали, не давали вам того ответа, которого вы хотели. А сейчас вы получите его. А что помогло, что сподвигло? Башня, что-то внезапное, разрушение и дорога. Здесь, знаете, может быть, дороги откроются, да, и вы куда-то хотели поехать, вот, и долгое время как-то не могли. А потом вот что-то произошло, да, что-то завершилось, причем внезапно, неожиданно. И дорога вам открылась. Здесь открытие какой-то дороги. Может быть, деньги какие-то ждали. Здесь как будто бы новые какие-то ресурсы у вас будут. И это как-то еще, знаете, если это решение, это связано с мужчиной, а вот здесь вот какие-то ресурсы, это связано как-то с женщиной, либо с женщинами, либо с сестрами, как-то вот что-то такое семейное может быть.
Здесь открываются дороги. Хорошо, есть ли еще какая-то, какие-то новые возможности? Аркан смерти. Ну вот опять-таки идет завершение. А здесь, если была какая-то ссора, например, в семье, либо ссора из-за денег, она тоже разрешится. Достаточно хорошо. Но смотрите, здесь либо это связано с дорогами, либо с решением каким-то, да, с каким-то предложением, либо ссорой. Вот все эти три аспекта, они завершатся хорошо в вашу пользу. У каждого здесь свое. Так, и позиция номер три, зелененький камешек. Какие у вас, троечки, новые возможности, которые готовы войти в вашу жизнь? Какие новые возможности? То, что принесет вам праздник, да, здесь радость, здесь эмоции, проведение времени с семьей. Может быть, у кого-то рождение даже детей, да. Вот какие-то семейные праздники, новые возможности. Новые возможности, связанные с семьей. Связанные с семьей и связанные с деньгами. Когда вот вы долгое время думали, какой-то тупик, да. Какой-то тупик был. Вы не могли решить задачу. Знаете, какие-то притирки, может, были. С другой стороны, если как-то вот с документами что-то, да, не получалось, не могли найти выхода. Здесь ситуация такая, то ли какой-то бумаги не хватало, какого-то документа. И вот у меня чувство, что когда на визу подаешь, да, и вот говорят, принеси эту бумагу, а потом принеси эту бумагу, а здесь это не получается, надо подождать. То есть вот как будто бы, знаете, какая-то заварушка с бюрократией, и ничего не получалось. А потом вдруг как-то неожиданно зеленый свет. Здесь как будто бы, знаете, люди уже и перестали думать, надеяться на то, что все будет хорошо. Вы уже как будто бы отказались от этой идеи, вот. А потом да, долго здесь решаете, как-то переживаете, волнуетесь. А потом все хорошо разрешается. Да, потом хорошо, потом вот какой-то даже либо подарок получаете, либо какое-то предложение с начинанием чего-то нового. Либо у вас появляется какая-то идея, да, либо как можно решить эту задачу. Вот что-то здесь новое зарождается, то есть были какие-то трудности, были какие-то препятствия, причем неоднократные. Вот, и все никак не могли это разрешить. Потом ощущение того, что вот как будто бы даже уже и отказались. И что-то неожиданно произошло, и появился зеленый свет. И дороги открылись. Вот. Хорошо. Еще. Есть ли еще какие-то новые возможности по суду? Знаете, я бы сказала, что не новые возможности, а возможности завершить что-то старое. Угу. И вот здесь одновременно и завершение, да, то есть и 20-й аркан, и нулевой, да, и завершение, и начало. Завершить что-то. Причем это может быть давно идти, долго идти. Что-то такое, знаете, какие-то узлы, может быть, кармические развязать. От чего-то отказаться. Это связано так же, как с семьей, так и, в общем, какая-то ситуация такая долгая, очень долгая. Долгая, непонятная. Это может быть даже касаться либо какой-то женщины, либо
как-то это было связано с вами, да, вы как-то вот привязаны были. А сейчас касается какой-то вот независимости вашей. Может быть, и разводы в том числе. Какие новые возможности? По императрице. Замечательные. Да, то есть это может касаться вступления в новый статус, да, в личной жизни. То есть там заключение брака, например. Либо рождение детей. Да, потому что у нас выпадает шут и императрица. Также это может быть расширение своего бизнеса. Либо наоборот, как-то, вот знаете, укорениться на том посту, на том месте, на котором вы находитесь. Либо расширение. Вот здесь вот как и расширение тоже. То, что, знаете, вот опять-таки показывает то, что долгое время, здесь аркан повешенный, то, что долгое время не происходило, где вы ощущали себя заложником, да, вот как по повешенному, ничего не происходит. Четверка пентаклей. Какая-то стабильность. Вы только строили планы на этот счет, но никак не получалось ничего. Здесь завершение. Здесь однозначно завершение. Какого-то большого цикла. И новое предложение будет, да? Либо по поводу поездки, либо по поводу дальнейшего вашего движения. Если это вот какая-то поездка, она будет очень хорошая, приятная. Не обязательно за границу, но вот, знаете, как-то вот для души хорошая такая. Либо это может быть предложение поездки по поводу работы. Прям очень хорошие арканы. Кроме того, что великие выпадают, да, у нас выпала смерть, колесница и солнце. Вот солнцем я и закончу. Какое-то обновление, то, что принесет вам радость, то, что принесет вам счастье. Если кто-то ждал деньги, здесь деньги могут быть. По солнцу проходит всегда такая, знаете, неожиданная большая сумма. Она может быть в подарок, да, может быть там, я не знаю, бонусом каким-то приятным. А если подарок, может, какие-нибудь золотые украшения, да, вам подарят. Либо что-то такое, либо золотое, либо что-то дорогое. Ценное, значимое, роскошное, то, что имеет вес. Какое-то вот признание ваше. Ну, хорошо, здесь вот прям очень хорошо. Все карты прям так хорошо выпали. То, что долгое время не развивалось, да, здесь вот прям развивается. Здесь не то, что как-то, знаете, насильственно отрезаете или там что-то там, трансформацию проходите. Нет, ну, как-то само собой... неожиданно даже для вас ну, раскручивается в позитивную сторону. Вот такая вот у нас была и троечка. Хочу поблагодарить вас за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши комментарии, за теплые, приятные слова. Хочу пожелать вам отличных выходных. Наслаждайтесь собой. Любите себя. Всех вас обнимаю. До новой недели. Всем пока-пока.